И во веки веков. Аминь, Господи, явись я нам, благословен гряди во имя Господне. Бог Господь, явись я нам, благословен гряди во имя Господне. Богородице прилежно, ныне пред Отцем грешным, и смиренный, и припадок покаянный, зовуши из глубины души. Владичице, помози нам и милосердовавши, почисья, погибаем от множества прегрешени. Не отврати Твоя рабишит, я бо едину надежду имам и слава Отцу и Сину, и Святому Духу и не присно. И во веки веков, аминь, милосердия двери отверзи нам, благословена Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ибо и спасение рода христианского, премудро справо стоимо, чуемо Свято Евангелие, мир свима и духови Твоєму, читанье Святого Евангелия по Йовану. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, плазимо, жертву сил пренебесни и мислим Твой жертвени. Во имя Отца, и Сина, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сина, и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радованием, и же проповед Троица единосущна. Ага, Иса и Елику, и Дева имя в очреве, и роди сина Эммануила, Бога же и человека восток, имя ему, Его же величающе Деву ублажаем. Христос поставил нас. Слава Господи Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Нека средня слава домаћине, вама, вашим родницима, вашим сародницима, свима онима који се бави једним часним и одговорним послом, а то је казивање истине. Ово је 7. година да ми на овакав начин poštujemo sveca, poštujemo ovaj dan, a samim tim stvaramo određenu obavezu, sluštinsku obavezu, a to je da se bavimo istinom. U samoj reči, arhi znači prvi, angelos znači istinu. Mi pokušavamo da iz te reči izvlačimo ono što je od jutra do mraka naš deo života. Ovi ljudi ovde koji rade, rade u teškim uslovima, ne rade, ne znam, sa kakvim, da tako kažem, finansijskim mogućnostima, jer je ovo mali radio, ali ovo što rade, rade pošteno, rade zarad upravo istine o kojoj ste vi govorili. Sledeći učenje, sledeći poruke našeg patrona, mi ćemo pokušati da ovaj radio traje ne 7, ne 17, već ne znam koliko godina, koliko ovi mladi ljudi budu mogli da rade.